скучаете ли вы по Александру Захарченко? Конечно, скучаем. Спасибо. Скучаете ли вы по Александру Захарченко? Нет. Скучаете ли вы по Александру Захарченко? Что? Скучаете? Конечно, ли? Скучаем. Очень скучаем. Ну, что делать? По Александру Захарченко? Конечно. Спасибо. Очень. Скучаете ли вы по Александру Захарченко? Бесконечно, безусловно, это как герой, и которых мало, и таких людей вообще, это преданный, верный своему делу, и мурашки идут по коже. Другого сказать не могу. Боль, еще большего сказать не могу. Это национальный герой. Спасибо вам большое. Скажите, вы скучаете по Александру Захарченко? Конечно, скучаем. Скучаете ли вы по Александру Захарченко? Что очень. Настоящий мужик был, ему как-то верили все, настолько это было. Пусть там мы не знаем многих этих там все, но вот чисто вот восприятие внешнее, и так как ему верили, никому так не верили. Скучаете ли вы по Александру Захарченко? Да. Спасибо. Ну, мы не были очень, с ним близко знакомы. Я и плакал даже, когда его не стало. Царство, дай Бог ему небес. А, это сегодня... Да, годовщина сегодня. Годовщина. Царство ему, дай Бог небес. Александр. Ой, сейчас вспоминаешь, мурашки на слезы накатываются. Да, хороший мужик был. Не хватает его, это 100%. Скучаете ли вы по Александру Захарченко? Скучаю. Александру Захарченко. Конечно. Мы служили рядом. Хотелось бы, конечно, побольше таких и начальников, и командиров. Поэтому... Конечно, скучаю. Скучаете ли вы по Александру Захарченко? Кого? По Александру Захарченко. Скучаете? Сегодня годовщина его гибели. Если честно, я даже не знал, что сегодня. Но вообще, хороший мужик был. Царство ему небесное.